Твое отношение к СВО. Ты за то, чтобы продолжалось, или бы ты закончила СВО? У тебя есть мнение на сей счет? Мне кажется, это один из важнейших вопросов. Я делю всю политику на внутреннюю и внешнюю. И если разделить это по гендерным признакам, то вот женщина, она больше за внутреннюю политику топит, а мужчины, они больше за внешнюю. И это в любом мальчике в прошивке есть. Вот ты любого мальчика поставь к власти, у него сразу начинается с кем-то конкурировать, соперничать, что-то отбирать, понтоваться и так далее. Поставь девочку, что она первое сделает? Она побежит пробираться, нужно, чтобы везде был порядок, чтобы было везде безопасно, уютно, сухо, там все накормлены. Твой избиратель конкретно тебя спросит, рада русских, если мы тебя выберем президентом, СВО остановишь, вернешься к границам 24 февраля? Не вижу никакой логики в...